Всем привет, это программа «Я пою» на радио Kids FM. И с вами снова я, Василиса Абросимова. И сегодня у меня в гостях молодая вокалистка Вероника Евдофимова. Привет! Всем привет! Певица со сценическим именем Ника Перри, актриса-модель. Ну что ж, как у тебя прошли вообще новогодние каникулы? Мы были в другой стране, в теплой стране. Вот, и отпраздновали Новый год всей семьей. Я встретилась со своим вторым братом, потому что я очень долго его не видела. Вот. И мы были в ресторане, прошло вообще все хорошо. И я считаю, это был один из самых лучших моих Новых годов, наверное, за всю мою жизнь. Ух ты, прикольно. А что делала после Нового года? Вообще, во сколько вы легли спать? Ну, наверное, где-то в 5 утра. Ого. Мы где-то в 7. Мы зажигали салюты, у нас гости приезжали, в общем, мы очень круто отметили. Круто, да, мы тоже очень хорошо отметили. А к тебе Дед Мороз приходил, кстати? Поскольку мы были в другой стране, нет. Жалко. Ну, а к нам приходил, кстати. Вот, было круто. Как ты вообще все успеваешь? Расскажи вообще свой график дня. Вообще, график дня на данный момент я, наверное, больше в учебе, но также я не забываю про творчество, естественно. Вот. А в целом успевать все, наверное, вот особенно когда у тебя неделя забитая, ну, естественно, выступлениями, концертами, очень тяжело. Особенно, когда на неделе есть спектакль, потому что репетиция идет, ну, очень часто, почти каждый день. И приходится очень часто пропускать школу, за что у меня бывают проблемы в школе. А вообще как учишься? Просто там троечница или четверочница? Или вообще просто хорошистка? Или отличница? Ну, я точно не отличница, но как бы и не троечница. То есть что-то среднее такое. Короче, все оценки получаешь, да? Ну да. А ты часто вообще выступаешь? На данный момент, наверное, вот после зимних каникул, нет, не часто, потому что, ну, наверное, небольшой перерыв, и, как я уже сказала, уклон на учебу. Но в целом я выступаю часто. Бывают недели, когда у меня в неделю по концерт 4-3, ну, неважно, мероприятие. Вот. Вообще зависит, наверное, от месяца. Каждая неделя, каждый месяц забит по-разному, и бывает свободное время иногда, и бывает иногда, что его нет. А в каких больших концертах принимала участие? Я принимала участие в концертах, как «Звездная страна», например, или в Kids Fashion Awards. Ну, были очень много разных концертов, наверное, сейчас все прям перечислить не смогу. Прикольно. А ты вот, когда выступаешь, ты боишься, волнуешься? Да, есть, всегда есть. И волнение есть, наверное, только перед тем, когда ты выходишь на сцену. Когда ты за кулисами, ты готовишься, ты волнуешься, естественно. Когда ты выходишь на сцену и начинаешь уже, ну, проявлять себя, то есть петь начинаешь или играть сцену какую-нибудь, то тогда уже волнение уходит, и ты получаешь только кайф. А ты больше поешь для себя или для зрителей, чтобы показать кому-то что-то? Наверное, и для себя, и для зрителей, потому что, естественно, себя я хочу развить, что, ну, больше развиваться. В этом плане я для себя. А для зрителей тоже выступаю. То есть как бы все наравне так идет. А ты больше любишь готовить песню с педагогом, учить ее, или прям выступать уже, прям готовая выступать перед, например, жюри или, ну, перед всеми гостями? Ну, конечно, я больше люблю выступать, потому что само наслаждение, сам вот этот момент, когда ты находишься на сцене, наверное, это одно из самых лучших ощущений, которые у меня были, вот. Готовиться тоже очень интересно, потому что ты знаешь, к чему ты готовишься, и на сцену, когда ты уже прям выходишь, ты прям понимаешь то, что это все ради чего ты готовился, и ты получаешь очень много удовольствия. Круто. Ну ты прям столько говоришь, прям интересно с тобой болтать, честно. У тебя, я знаю, уже 7 своих авторских песен, да? Да. А кто себе вообще подбирает репертуар? Вообще всегда по-разному, потому что вот первые 4 мои песни, мне тогда было 10 лет, ну, было давно, вот, это песни мне писали как бы и под меня, и предложили, там вообще все смешно было, вот, то есть некоторые песни были
мне специально написаны. Некоторые песни мы писали вместе с композитором одновременно. Вот, то есть я тоже принимала участие, а некоторые просто мне предлагали, вообще всегда по-разному. А какие тебе больше нравятся песни? Веселые, грустные, быстрые, медленные? Какие больше любишь слушать? Вообще, какие сама слушаешь песни? Я очень люблю слушать песни не сильно активные, но не слишком грустные, чтобы они были... Раньше я очень любила активные песни, прям очень. А сейчас я люблю, наверное, песни такие, как, знаете, вот как у Билли Айлиш, например. Такие вот медленные. Ты прям Билли Айлиш слушаешь? Или еще есть какие-то ребята? Ну, Билли Айлиш я слушаю, я ее люблю. Вот. Ну, а кто ее не любит? Конечно. Вот, но есть еще песня, одна из моих любимых, наверное, называется... Ты точно ее знаешь? Рептида или Рептайд? А, да-да-да, знаю. Да, конечно. Вот, ремикс, ее ремикс, это моя любовь, вот. Круто. Ну, это тоже моя любовь. Ну, у меня много любимых песен. Я прям не могу выбрать, какие самые классные. Но у тебя я теперь поняла, какая у тебя любовь из песен. А ты часто принимаешь участие в разных конкурсах? Последнее время я в основном выступаю без конкурсов. Конкурсы, наверное, были в тот момент, когда было меньше концертов, выступлений, спектаклей. Вот. Но так, в целом, я люблю конкурсы, потому что ты можешь понять... Ты можешь посмотреть, наверное, результат, точнее, оценку жюри с комментарием, чтобы знать, что, в чем тебе нужно дальше развиваться. Также посмотреть, как другие поют, чтобы с ними посоревноваться и посмотреть вообще на свой вокал. А ты давно занимаешься вообще вокалом? И помнишь свое первое выступление, например, в каком-то конкурсе или просто на сцене, когда ты вышла? Может, в детском саду? Я не помню свое прям... Первое выступление, я помню свое первое выступление только в детском саду, как ты уже и сказала, но это не считалось за концерт, это не считалось за концерт, это был мини-спектакль. Если касаться вокала, то я начала просто пробовать с 5 лет. Кто тебя вообще отдал туда, мама, папа или сама захотела? Я в детстве очень много пела, я вот каждую поездку в машине, я одевала наушники, без наушников я отказывалась петь почему-то, не знаю, я одевала наушники, и я пела, ну, детские песенки какие-нибудь там, вот, которые я любила, и в целом дома я устраивала маме и папе мини-концерты, и, наверное, тогда мои родители меня отдали, ну, на вокал, я была тоже не против, я тоже хотела, ну, и вот так мне понравилось, и теперь вот так все вышло. А давай передадим привет людям, которым ты благодарна, кто научил тебя петь. Я благодарна всем, кто был со мной с самого начала, своей маме, своей семье за то, что меня поддерживали. И, наверное, педагогу по вокалу моему, ее зовут Сивара. Вот, она была со мной очень давно, наверное, когда я только начала заниматься профессионально. А бывает такое, что ты, например, подсматриваешь у каких-то известных вокалистов какие-то штуки, и потом их, может быть, танцы какие-то или какие-то тембр вокала? Да, я у известных, конечно же, да не только у известных, наверное, когда вот на концертах, тембр прям вокала, наверное, такое нет, потому что у меня... Пока я, наверное, еще не нашла прям свой прям стиль вокала. Вот. Но какие-то движения в танцах, в композиции я могу посмотреть. Не то чтобы украсть, ну, а взять себе на заметку, потому что, ну, я думаю, то, что не только я так делаю. Ну, мне кажется, многие так делают. Ну, да. Да. Давай проведем с тобой блиц-опрос. То есть я тебе задаю вопросы, а ты прям быстро-быстро отвечаешь. Да, давай. Давай. А любимое время года? Зима. Нет, лето. Лето. Ну, зима и лето. Давай сразу так. Так. А любимое животное? Собака. Любимый город? Москва или Дубай. Яркая одежда или спокойная? Для выступления яркая, в повседневной жизни спокойная. Жара или холод? Жара. Лес или пляж? Пляж. Молоко или вода? Вода. День или ночь? День. Телефон или книга? Телефон. Ну тут все, естественно, но мы подростки. Телефон и книга. Ну что ж, давай послушаем твою первую песню. Шеф неона, так ловлю этот момент. Громче звук мы забываем.
Очень круто, очень классная песня. Круто спела, просто прям бомба, если честно. Мне прям очень понравилось. Я знаю, у тебя большая актерская жизнь. Расскажи, пожалуйста, про это. Где ты вообще снималась? Я снималась в фильме. Мы недавно закончили... Ну, в сериале. Мы недавно закончили первый сезон. Он выйдет в феврале в Кинопоиске. И не только. Я просто не помню точно где. Вот. Это фильм называется «Включи музыку». Mm-hmm. Что-то такое. Я забыла. Вот. Но я играю там одну из главных ролей. Mm-hmm. Yeah, я не знаю. Я не буду спойлерить, кто именно, но увидите. А вы долго снимали все это? Ну, наверное, с начала учебного года. Может. А, или в мае. Да, в мае мы начали в мае и закончили. У нас был большой перерыв, естественно, летом. И закончили мы перед зимними каникулами. А тебе все-таки больше что нравится, петь или сниматься в кино? И вообще, кем ты себя видишь через 10 лет? Мне больше нравится... Я не могу сказать, что мне больше нравится, потому что мне нравится все одинаково, но, наверное, все-таки я больше получаю позитивных... Ну, не то чтобы позитивных эмоций, наверное, ну, все-таки чуть-чуть больше нравится находиться на сцене, ну, в спектакле или заниматься, естественно, вокалом. Вот, но в кино мне тоже очень нравится и интересно. Через 10 лет я себя вижу... Вообще, я думаю, что я хочу сняться в каком-нибудь фильме через 10 лет, ну, как бы актрисой. Я тоже хочу сняться. Да, актрисой, то есть не в сериале, а именно в фильме. Вот, и, наверное, что я очень сильно хочу совместить актерскую сферу и вокал, чтобы это как-то было вместе. Наверное, вижу себя как-то вокалисткой или актрисой, или вместе, в общем. Ну, можно прям в фильме сниматься и петь. Вот, ну, все да. Сразу. А чем ты вообще занимаешься помимо школы? Есть какое-нибудь хобби, может быть? Может быть, ты чем-то помимо вокала еще занимаешься? Да, помимо школы и творческой сферы я... Вообще я пытаюсь проводить время либо с друзьями куда-то съездить, погулять, либо с семьей. Вот, но также дома я очень люблю на холстах рисовать. Ну, на маленьких, небольших, но как бы мини-картины такие создавать. Вот. Ну, и телефон, конечно, у каждого подростка должен быть в руках всегда. Круто. Я вообще боюсь спрашивать, ну какая у тебя вообще основная цель в жизни? Наверное, ну я еще не поняла точно, что я хочу, либо актерское, либо вокал. Я еще пока ищу, что мне больше нравится. Но, наверное, цель в жизни — это сняться, чтобы я в будущем вот как раз-таки была и актрисой, и вокалисткой. Ну, певицей, да. И чтобы ты была популярная, да? Ну, может, относительно, да, но главное, чтобы это было все совмещено. Ну, я не как бы не прям популярность, но чтобы хоть как-то известно. Круто. А давай я тебе буду загадывать какие-нибудь загадки, а ты будешь мне отвечать, правильно? Правильно, точнее. Ну да, давай. Давай. От чего утка плавает? От берега. Никто никогда не отвечал в этом прямом эфире. Ну ладно. Зачем вода в стакане? Либо за стеклом, либо чтобы пить. За стеклом, правильно. У кого волосы под дождем не мокнут? Не знаю. Подумай. Ну, у кого вот волосы под дождем не мокнут? У дождя? У деревьев? Нет. Ну, это у человека. У лысого. Ой. Ну, это было немного что-то смешного в нашем прямом эфире. Ну, а мы послушаем твою вторую песню. Будешь выходить на сцену? Думаю, могу. Да, конечно, давай. Песня «Из пустых коридоров». Дорога.
Это мне известно. Догорают свечи, и за сердце проблемы падают мне на плечи. Кто придумал любовь совсем бесчеловечен? Из пустых коридоров сердце разрывается. Я слышу твой голос в день от наших разговоров. Ты еще вспомнишь, и ты меня еще вспомнишь. Из пустых коридоров сердце разрывается. Я слышу твой голос в день от наших разговоров. Ты еще вспомнишь, и ты меня еще вспомнишь. И я надеюсь, ты мной дорожишь. Про меня что-то там говоришь. Я не знаю, я просто иду, куда ведет меня дорога. Может быть, приду, и я увижу там другого. Но пока ты рядом, мне не нужно никого. Из пустых коридоров из-за крика разбивается стекло. Из пустых коридоров сердце разрывается. Я слышу твой голос в день от наших разговоров. Ты еще вспомнишь, и ты меня еще вспомнишь. Из пустых коридоров сердце разрывается. Я слышу твой голос в день от наших разговоров. Ты еще вспомнишь, и ты меня еще вспомнишь. Ну, спела ты просто сногсшибательно, как всегда. Просто супер. Песня очень классная, мне очень понравилась. Я знаю, что ты частый гость на подиуме. Я тоже, кстати, я тоже частый гость. Вот. Это красиво и круто. А после показа ты на заметку берешь что-то из показа самого? Смотря, понравилась мне одежда, конечно же. Но я, да, я беру часто на заметку себе что-нибудь, а иногда даже и покупаю сразу после показа. Вот, потому что бывают очень много показов, которые одежда стильная и современная. Круто. Ну, сейчас очень много классной одежды. Очень много стали шить H&M, Bershka. Вот. А вот я спрашивала про волнение. А как ты вообще с ним справляешься, когда выступаешь? Волнение я справляюсь с ним, когда на выступлении нет волнения. Есть волнение перед тем, перед выходом на сцену, за кулисами. И, наверное, ну, я вообще говорю себе, что все точно будет хорошо. Ну, как бы про себя, естественно. Все нормально будет. И если это какая-нибудь роль, ну, там, где есть текст, не в плане песни, а в актерской, или ведущая, может, вот, то я повторяю текст у себя в голове, чтобы точно его не забыть. Но в итоге я никогда его не забываю. Ну, это очень главное, это хорошо, что ты не забываешь. Хорошая память, значит. А вот если надо будет в кино заплакать, например, ты сможешь это сделать? Так, внезапно, знаешь? Ну, наверное, прям внезапно нет, но у меня были ситуации в жизни, когда я заплакала специально. Ну, это было, естественно, не на камеру. Я думаю, что на камеру это делать сложнее. Угу. Мне кажется, а да. У тебя еще не было такого опыта. Да, не было. Мне никто. Ну, пока еще у меня не было роли, где нужно будет заплакать, но я думаю, что если нужно будет, то я заплачу. Угу. Ну, посмотрим. Не, ну конечно, может, придется потыкать в глаза. Ну, вряд ли. Ну, посмотрим на твое актерское. Так, а есть ли секреты, как сохранить вообще голос? Потому что для актрисы, для певца очень главное, чтобы был хороший голос и его не застудить ничем. Вообще, наверное, таких прям способов нет. Это то же самое, чтобы не заболеть. Потому что, по сути, просто в холодную погоду нужно носить шарф обязательно. Вот. Это важно, потому что связки очень сильно застужаются, вот как ты уже сказала, очень быстро. Вот, главное всегда держать свою шею, ну, как горло, можно сказать, в тепле. Mm-hmm. Ну, это, наверное, все, что я знаю, потому что особо таких каких-то методов я не думаю, что будет. А мороженое бывает, что кушаешь? Ну, или, ну, естественно, мне кажется, ты его кушаешь. А вот сколько раз в неделю, например? Ну, в последнее время часто, но раньше не очень. И я ела его, наверное, только когда мы куда-то вот собирались, какой-то день. Не знаю, у меня какая-то такая вещь была, что ела мороженое в день, когда у нас есть какое-то событие. Например, мы всей семьей куда-то едем гулять, может, не знаю. Вот. Ну, а так просто не кушаешь, да?
Ну, в последнее время кушаю, но раньше нет. А если бы у тебя была волшебная палочка, вот что бы ты загадала? Вот три желания каких? Не только это, они могут не касаться актерской? Ну, конечно, если... могут. Не касаться. Ну, если я начну с тех, которые касаются, это, наверное, чтобы я снялась в фильме, который потом показали бы в кинотеатре. Ну, я думаю, это хорошее желание. Вот. Я уже говорила, что я очень сильно люблю собак. И, наверное, я бы хотела, чтобы у меня был свой большой приют для собак, который бы был довольно известным, чтобы оттуда забирали животных. А мама не разрешает тебе сейчас завести пока собачку? У меня есть собачка, моя любимая моя. Всё. А как зовут? Дарси. Ой, миленькая. А какая порода? Йоркширский терьер. Ой, какая милая. Да, девочка. И еще одно желание, кстати. Да, третье желание. Ну, наверное, чтобы... Не знаю даже. Такого прям желания нет, но, наверное, чтобы я в будущем, наверное, чтобы я добилась всех своих целей. Такого желания может. А я бы последнее желание загадала, чтобы мне всегда волшебная палочка исполняла желание волшебное. Ой, это очень выгодно. Очень выгодно. Ника, а что бы ты могла посоветовать всем ребятам, кто только начал петь или уже поет давно, ну, вообще всем вокалистам? Наверное, не думать то, что, возможно, что-то получится не так, потому что, насколько я знаю, у меня есть друзья, которые только начинают свой путь, и они не могут решиться выйти на сцену. То есть, например, у них очень классно получается петь, они готовят песни к сцене, но, наверное, они не выходят, потому что они боятся. Я, наверное, посоветую им ничего не бояться, выйти на сцену, даже если у тебя что-то получится не так, то в следующий раз получится обязательно, и просто... Идти к своей цели до конца и никогда не сдаваться. Ну, безвыходных ситуаций вообще нету. Да? Поэтому всегда все получится. Ну что ж, мы прощаемся с тобой. Было очень приятно с тобой поговорить. Это очень потрясающая Ника Берри. Было очень весело. Ты очень веселая и всегда всего добьешься. Я буду смотреть с тобой фильм, который выйдет с тобой. Хорошо? Вот, ну и мы слушаем твою третью песню «Девочка с косичками». Будешь выходить на сцену? Да, наверное, нет. Все, хорошо. Косички. Девочка с косичками танцует и поет, пока ты хлопаешь ресничками, она растопит лед. Девочка с косичками танцует и поет, пока ты хлопаешь ресничками, она растопит лед. Косички. Девочка с косичками танцует и поет, пока ты хлопаешь ресничками, она растопит лед. Девочка с косичками танцует и поет, пока ты хлопаешь ресничками, она растопит лед. Девочка, девочка. Девочка.
Восхитительная песня, очень круто спела. Ну, как всегда, как обычно, просто супер-супер. Ну что ж, это была Ника Перри и Василиса Абросимова. Всем до скорой встречи, всем пока! Пока!